Ну что, просто гулял, катался на велосипеде. Увидел расщелину в определенной форме. И решил зайти, посмотреть, что тут есть. И в итоге оказалось очень даже живописно. Там вода, туда я пойти не хочу. Потому что там, ну хрен знает, что там есть. Песок довольно зыбкий. Ну так, в принципе, очень даже интересно, что бывает в таких местах, скрытых для туристов шлагбаумом. Тихо! Вот это так все. В принципе, и есть. Самое главное, вот это, чего нам больше всего не хватало в последнее время. Мой байсикл.